Тверской области изменится расписание поездов на февральские выходные. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Так, с 23 по 25 февраля поезда будут ходить по графику выходного дня на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково и Москва-Благое. По всем остальным маршрутам останется стандартный график в соответствии с календарным днем недели. 23 февраля добавятся дополнительные рейсы из Благого до Угловки и обратно. Кроме этого, компания-перевозчик сообщила, что с 22 по 26 февраля будут действовать абонементы выходного дня.